Ну, смысл в том, что она прогибается неравномерно. Центр тяжести твой влево-вправо качается. А тебе нужно баланс верхней части тела держать как надо. Ножка где-то ты нанесешь, удар поскользнулась. Но тебе надо выпрямиться, расширяющий. Beat Kings. Я хочу, чтобы вы все подумали об этом. Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения, и вам захочется сдаться. Вопрос вот в чем. Сдадитесь ли?